Я сегодня ходила к Али. Я бы хотела сказать, что он вам передавал привет, но клянусь, он никому ничего не передавал. И еще он пытался это не показывать, но кажется, у него есть девушка. Как быстро он забыл то. Ради той девушки он перевернул здесь все. А что теперь стало? Человек должен залечивать раны прошлого. По-другому жить не сможет. Али делает правильно. И нам бы так. Добро пожаловать, жизнь моя. Мы можем поговорить? Можно. Но немного позже. Я сейчас хочу. Как умер мой отец? Ты выпил? Кажется, ты зол. Я не выпил. И не зол. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Как умер мой отец? Мы до этого много раз говорили. Откуда это взялось? Я еще раз хотел послушать от вас. Может, не все рассказали? Ты, по-моему, скучаешь по нему, да? Вы уверены, что это сердечный приступ? Я отвез его собственноручно в больницу. Мы потеряли Адема на операционном столе. Что случилось, Булут? Кто-то что-то сказал? Смотри. Нас пытаются расстроить. Будут пытаться нас сломать. Будь внимателен, хорошо? Мы давно уже обсудили это с тобой. Вы в порядке? В порядке. Если дашь лекарство из шкафчика, будет еще лучше. Что это за лекарство? В последнее время усилились боли в желудке. Ничего важного. С вашего позволения. Булут. Все смотрят на нас. Нас будут пытаться сломать. Будь внимателен. Алло. А вот эти данные, которые в оригинале господина Орджала, даже если сам король захочет, не найдет их, не так ли? Это еще в силе. Хорошо. Отчеты, которые мы оставили на завтра, могут нам пригодиться. Удачи.